Радиус разворота бешеный. Нормально, да? Думаешь, в паре они? Ресурса хватит? Да я вот тоже, у меня мысль про ресурс тоже появилась. Сейчас вопрос в ресурсе весь. Ресурса Макса мускулатуры ты имеешь в виду или что? Видишь, не туда поехал. Радиус самый большой, разворота потеря. Вот сложное место. Идет, идет, идет. Укачивает его, видишь? Подписываемся на канал, друзья. Маш, дай ложку. Макс продолжает ремонт. Что это поломать? Коробку, бензонасос, двигатель, кузов. Тихо, 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 тихо. Вот она, звезда немецкого внедорожного автопрома. Это же Макс там накопал с этим, с Леней. Я заехал туда на первой передаче. Пойди поглумиться, Русь, можешь? Иди и объедь вокруг. О, ну там, там еще сложнее, наверное. А вы над залупазником ржали, звери, блин. Что, это продается, а? Будешь снимать, он долго продаваться. Давай скажем, он не горит. Ой-ой-ой-ой-ой. Не-не. Может мне поехать? А ну поедь унись, Юр, поедь унись. Ретрокаром. Так, очередной разгон. Да. Такого позора немецкий автопром еще не видел. Да не заедет, ты что, это нереально. Да. Это сделал. Это фантастика. Так, а вот ретрокар против Геленвагена. Совсем по-другому он едет, намного увереннее. Леня унижает. Жалко, у нас не работает. Бензонасос. Бензонасос, да? Надо посмотреть. Ну, короче, подача топлива, одним словом, да? Надо электро ставить, наверное. А если шток бензонасоса, то тогда на него масло не попадает. А если на него масло, то где-то канал записывается. А масло не может не попадать. Давай открутим, посмотрим. Поставьте на него инжектор, если вы не хотите. А... На V8? Смотрите, как дедушка уверенно едет по карьеру. А, да ему вот это... Классно идет. Ты сегодня
Так, Геленваген. Ну только туда может. Андрюха. Застрял. Не застрял. Смотрите, как он четко едет. Видишь? Да, это вам не Геленваген. Тут машина посерьезней. Да, сейчас приедет. Там был спуск у нас, но там подъем серьезный очень. Там так на раз-два не заедешь. А вон и газик выехал. Не, Андрюха взял. Ну вот вам где Геленваген. 57-й попытки, тут просто глумление, и ГАЗ-69 легко и непринужденно. Гелик пробовал тоже в эту горку. Андрюха там он исполняет что-то нереальное. ГАЗ-69 заехал. Смотрите, что он тут творит. 69-й заехал, кто сомневался. Там он остановился, но заехал. У кого? Слышишь, а тут где-то торт был, я помню. Вот это все, что мне осталось? Где-то был шоколадный. Хлебом вытирай, Руслан. А где он? Пах, хочешь торт? Русику не досталось просто. Да, не густо. Собаку забери. Давай, коксу, Русик, давай. Все, несите пистолет. Да что ж такое? Только начнет показывать и сразу спрячет. Видишь, стрельба из этого шариками, она как-то взбодрила залупаса. Он такой думает, надо бежать из-под огня. Рус подходит, так тырк и завелся, сел и поехал. Ну и все. Отъехал на безопасное расстояние. Да не, ну капец какой-то. Выключать, Руслан? Руслан как только начнет показывать и сразу прячет.